Вы поняли? При удушающей грудью надо лечь на спину. Потому что если вы будете сидеть или стоять, вы поломаете человека. Поклонились. Пожали руки. Стоп, пожали руки. Николай выиграл 8-1. Кто там выиграл? Я 4-0. Почему? А Каталин делал удержание. Я делал, но я убежал. Ну и что, 10 секунд там точно было? Нет, не было 10 секунд, я не прям. Встань туда. Ты что, судья, что ли? Ты очень много говоришь. Максим, ты там был? Да. Почему не считал? Каталин делал удержание. А он вышел. Каталин делал удержание. Сколько секунд он делал? 13 секунд. А за 13-10 секунд дается 2 балла. Почему ты должен был показать? Надо показать. Показать. Считать удержание. И можно даже вслух посчитать. Раз, два, три, четыре. 10 секунд. 2 балла. 11, 12, 13, 14, 15, 20. 4 балла. И говоришь ему, удержание засчитано. Если он дальше продолжает держать, ты говоришь, стойка. Или свисток. Там у тебя свистка нет, ты говоришь, стойка. Ой, почему? Потому что надо после удержания делать болевое. А если ты просто держишь, нет смысла. Пожалуй, так. Даник, Миша, что у вас? Ничья. Как это ничья? Вот. Даник, ты 4 минуты боролся ничья, блин. Я вообще в шоке. Боля. Уйди боль, Александр. Вот, и иди выиграй у него. Миша отдыхает. Пойди проверивай. Если он с тобой не счет борется, Саша, я тебя замочу. Так, дальше. Максим. С кем ты будешь бороться? Или с Андреем, или с Николаем. Кого выбираешь? Выбирай быстрее. Что ты как девочка? Андрюха, все? Дальше. Фабиана, туда. С Максом борется. Макс, Фабиана. Макс, Фабиана. Максим защищается. Может делать переднюю подножку, но аккуратно, чтобы не упасть, остаться в стойке ее. Фабиана, линия албастру, и только потом заходишь. Пожали руки, пожали руки. Стоп! Миша, Миша, посуди ту схватку. Да, суди эту схватку. Каталин. Если, когда надо встать, Мишенька, все, присядь, пожалуйста. Каталин, ту схватку. Смотри, чтобы мне Фабиана не ударилась. Пожали руки. Давай, 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 бросай. Зацеп голенью делай. Подними одну ногу. Подними одну ногу, ставь. Болевой, удушающий. Удержание делаем. Макс, удержание, переходи, Макс. Перейди на удержание. Перейди на удержание. Скажи, 2 балла. Головой, Макс, головой аккуратно. Четыре балла. А? Нет, за это балл не дается, за это дается замечание. 4-0 ведет боль, Александр. Поднимай стойку, Миша. Миша, да, стойка. Да, можно ногу взять. Это самбо, можно ногу, одну или две. Я
Зайди назад, Саша. Зайди, сядь на него, как на коне. Саша. За ковром. Саша, за ковром. За ковром, Саша. Поднимай, Саша, поднимай. Они за ковром были, это самбо. Поднимайся. Крутись на него, Макс, на него. Где голова? Между ног, за пальцы берет. Смотри, Миша, за пальцы. Сбивай. Держай. Души, за ковром. За ковром. Встали. Заправились. Фавиана выиграла у него? Нет. Макс, ты стоишь, захватил у нее руки, она ничего сделать не может. Если сильнее, значит, отдай ей захват, возьми такой же и делай ответные какие-то приемы. Она делает заднюю, ты делаешь, например, или заднюю, или боковую подножку. Или уходишь. Так, кто выиграл? Саша, 4-0. Саша 4-0 выиграл. По баллам. У знаменитого Даника. Здесь, Мишка. Макс 4-0. Поклонились. Макс сделал удержание. Все, какие вопросы? Руки пожали и ушли. Так, стоп. Судья, стань между ними. Возьми обоих за руки. Подними руку чемпиона. Вот так. Пожали руки и ушли. Так, на ковер вызывается Кателин. Выбирай себе партнера. С кем? Давай. Да можно в туалет быстро? Так ты с Даном или в туалет? Да. Так. Еще раз. А можно быстро? Нет. Что? Зачем? Этот, Андрей. Андреевка. С Фабианой. Макс, выходи против Каталины. Каталин тебя не боится. Так. Там кто судит? Андрей, аккуратненько. Там? Давай. Кто Макса судит? Даник, иди суди Макса. Так, Денис. Уйдите туда в угол. В угол с этим. Даняна. В угол туда. Мишка, по суде пусть вам. Еще раз. Пожали руки. Судья показывает. Пожали руки. Андрюха, целоваться не надо. Так. Теперь. Аккуратно. Андрюха, аккуратно стой. Внимание. Итак, класса шассы на класса О. Не давай ему близко подходить. Держи его. Считай удержание. Считай удержание. Считай вслух. Один. Два. Три. Андрей, стоп. Отпусти. Фабиана, он тебя опять за шею берет. Где руки берет? Отживай. Два балла. Миша, два балла. Максу. Четыре балла засчитано за удержание. Да. Делай болевой теперь. Фабиана, мате. Фабиана, почему шею отдаешь? Где ручки? Я сказал, ручки здесь. Боевый. Сверху Фабиану руку.
Вот так, Дини, Дини. Вот, 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 вот так, умница. Давай. Все, ну полевой. У меня 8 баллов. Чистый бросок. 8 баллов. Да. 8, и там 2, 10, 0 ведешь. А Бабе 8 баллов. 8-0, дальше. Стоп, 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 подруга. Опа, молодец. 1 балл. Молодец, Андрюшенька, давай, давай. Четыре балла. Нет, вообще-то он завалился, в принципе. 4 балла нет. Удержание уже было. Теперь болевой только. Около кисти, около кисти, около пальцев. И бон! Это еще 8 баллов. Еще 8 баллов. Как 2-0. Болевой 8-0. Удержание 4, 12-0. И еще был болевой. 20-0. Красавец! Красавец, Петрин! 4 балла! Какой здесь счет, Мишка? Еще раз. 8! Ты сделал чистую победу, это 8. Он там бросил чисто. Он 8, я еще раз. Успокоились. Он сделал чистый бросок, это 8-0. Был еще центр? Был еще бросок? 2 балла. 10. Ты сделал здесь на всю спину. Пошло это и пол. А по самбо 4 балла. Итак, со счетом 10-4 выиграл Макс. Что там? 20-0 выиграл Дан. Пожали руки. Здесь 1-0 выиграл Андрей, спасибо ему. Пожали руки. Молодец, Михаил. Мате. Да, тебе да. Встали, пошли вокруг ковра. Вы сидите. Дан, Петелин, Макс, Андрей, Фабиана. Ай, ходим. Ходим, ходим, ходим. Пошли. Так, Фабиана, Дан и Максим, берете одну эту и вон туда становитесь. Ты через еще и Макс через еще. Фабиана только ценит. Только держит. Петелин, Якобут, Николау, Аич, нет, а он там, вон там, вон там, вон там, вон туда, третий счет, вы чин за счет, Фабиана Зечева, да,